Привет, народ. Извините, что в таких условиях снимаю. Просто наконец-то вышло солнышко. Сегодня первый день после недельной хреновой, мягко говоря, скажу, погоды. Вот, наконец-то вышло солнышко, можно, в принципе, поснимать. Вот, но сейчас свет не стал включать, потому что и так, в принципе, светло. Но если включить, будет вообще белое все. Вот. Смотрите, я вам покажу. Чуть-чуть наладилась погода за окном. Вчера был дождь, позавчера был дождь, в понедельник был дождь, в выходные тоже. И, наконец-то, чуть-чуть просветлело. Погода наладилась. Смотрите, какое небо красивое. Можно даже на фоне неба снимать, но вы меня не видите. Вот. Так, сегодня у нас четверг. Я хочу вас предупредить. Там некоторое время мне не будет выходить видео, потому что у меня полетел жесткий диск на компьютере. Сейчас мне надо срочно его устанавливать, что-то пытаться сделать или поставить новый диск. Вот, и естественно, слава богу, мне перед этим переустанавливали Windows, и у меня никаких данных не было на компьютере. Слава богу, ничего не потерялось, не надо устанавливать лишний раз. Вот, но с диском надо что-то решать. Время идет, уже вторая неделя. Вот, так что не переживайте, там просто видео будет выходить чуть пореже, потому что надо и обработать его, и скинуть на другой компьютер, и скинуть на флешку, и как-то еще, короче, это куча всяких проблем возникает с этим жестким диском, который, черт его побери, взял и грохнул-то. Вот. Так что вот так вот. Ну, так, какой четверг? Сегодня пятница. Это я совсем уже с ума сошла от сидения дома. Да, завтра суббота, завтра открытие фестиваля временной эпохи, и мы с вами МЧ идем на временной эпохи, так что если кто-то там будет, хотя бы вы вряд ли об этом узнаете, вряд ли меня там увидите. То есть если вы там и увидите меня, то узнаете об этом гораздо позже, потому что видео выйдет гораздо позже в связи с накрывшимся диском. Вот. Но если вдруг вы увидите меня на фестивале, а потом посмотрите это видео и узнаете меня, добавляйте в друзья, все такое, ставьте лайки или дизлайки. Мне как бы все равно, я это видео делаю не для лайков, и, собственно, канал открываю не для лайков. Вот, поэтому просто мне хочется попробовать себя в этом виде творчества, снимать видео, рассказывать о себе, рассказывать о своем творчестве, о своем увлечении, о своих интересах, о том, куда я хожу, что я вижу, чем интересуюсь, поделиться этим с вами. Вот, если это кому-то интересно, может, это никому не интересно. Но в целом, вот такое маленькое предисловие. Вот, думаю, что завтра камеру возьму, буду там снимать. Надеюсь, зарядки хватит. Память у меня 3 карты по 8 гигов, так что должно хватить. Надеюсь, что зарядки хватит. Вот, так что не прощаюсь. Думаю, что к этому предисловию прикреплю еще кусочек влога с завтрашней поездки. Так что до новых встреч. Пока. Ну,
Помощь медиков не потребована. Я снимаю то, что мы просто пришли уже сюда, и вот начало.